конец света. Находимся на Армагеддо. Армагеддон. Ты на видео снимаешь? И видео. Видно с фотографией. Вот, кстати, скалочка. Где будет последняя битва добра и зла. Тут Галя пулеметчица. Ольга гранатометчица. Прячется за камушком. Витя снайпером. Фотографии нам сделай потом еще. Я непрерывно их делаю, щелкаю. А поясник камень что олицетворяет? Прочтешь в интернете. В интернете, да. Тут все изменилось. В интернете все можно. Вот эта Израильская долина впереди, вот в дымке. Вот оттуда будет наступать сатана. Битва будет. Битва. А потом перейдете в наступление. И победим. И победить. Да. Ну, добро всегда должно быть. Теоретически. Так, сегодня у нас 18 сентября 2019 год. Мы находимся в Ганаш-Лаша, сад трех озер. Прекрасная сегодня погода. Мы здесь нашли хорошее место в тени, под большим деревом. И вот сейчас будем отдыхать сегодня. Вот там Коля готовится тоже к столик. Ага. Видно тебя на фоне озера. Я хочу пока сухая, а потом уже будем. Давайте я посниму. Покомментируешь. Тут крупняк тоже. В общем, рыбы тут хватает. В следующий раз удочку возьми или гранату. Рыбаки. Иди к нам. Иду. Радоновая вода, 27 градусов круглый год. Они помнят.
А там внизу тоже нету мангала налево. Место называется Саханное. Сад трех озер. Вот это вот одно озеро первое. Здесь бьют ключи. И вода пресная. И далее там влево второе озеро и третье. Ну, попозже. Можно будет посмотреть и их. Вот. Круговая, так сказать, панорама. Вот столики. Скамеечки. Ищем, где-то должны быть стационарные мангалы. Это вот продолжение съемок первого озера. Вот такие здесь спуски в озеро. Это там типа станции спасателей. Продолжение съемок Сахне. Вот автомобильная стояночка. Кстати, вход сюда платный. И вот такая природа рядом вот с озером. Ну вот, Витя пошел с Гали под водопад. Ты куда, Витя? Витя, ты куда побежал? А, там скользко. Thank you.
это переход на второму озеру. Сейчас откроется вид второго озера. Вот я иду по этому переходу. Вот второе озеро. Оно приблизительно выглядит так. Немножко побольше оно. Это вот опять же второе озеро. Вот здесь уже стационарный мангал. Такие вот есть здесь. Это все еще второе озеро. Вот люди отдыхают прямо на травке. Это вот заканчивается второе озеро. Вот тут какой-то перепад типа плотины. Вот это мы подходим к третьему озеру. Оно явно ниже, чем предыдущие два. Более узкое. Вода очень прозрачная. Здесь явно меньше народу, оно очень неглубокое, мелкое, здесь никто не купается. Вот это вот три озера. Ну вот такой вид еще природы в районе третьего озера. Не может быть. Нет, 18 сентября. Ты откуда знаешь? Мы вчера были 18. Ничего другого нет, тебя уже заблокируют. Каждый фильм только будет показывать о том, что мы стареем. Давай, окунайся, окунайся. Конечно. Вот. Возле этого водопада. А, да, да, давай. Пофотографироваться там. На фоне этого хотя бы, да? Развернись хоть куда. Снимай, Коля. А потом что-то в Израиле зажрали. В Израиле да, зажрали. Рыбы плавают, они ее не ловят. Никому не нужна. Я говорю, зажрали. Thank you.
Thank you.